принципы освобождения от захватов основаны на ближе к телу и работа рычагов. И освобождение от захватов за две руки, совмещение удара и работы. Захват. Вот здесь вот идет контроль и здесь. Контроль и здесь работа. Идет удар, идет работа, момент выбивания. Выбивание здесь. Тут техника удушения. Это работа. Идет удар, идет рабочий момент выбивания. Выбивание. Да, вот отсюда выбиваю опору и сразу же сажаю. Встали и как говорится, мордой в грязь.